Пожалуйста, сейчас мы испытываем автомобиль Skoda Yeti с выключенной системой стабилизации. Вот как Тимур Еникеев не пытается запустить ее в силовое скольжение, ничего у него не выходит. Автомобиль Skoda Yeti с двигателем турбированным бензиновым 1,8 литра при базовой стоимости 27 с копейками тысяч долларов. Автомобиль собирается на заводе Азия Авто в комплектации только с механической коробкой передач. Сейчас, как мы поняли, система стабилизации включена, и Тима, собственно говоря, нам это сейчас демонстрирует, сидя за рулем этого автомобиля. Мы находимся в Усть-Каменогорске на заводе Азия Авто в контексте командировки по запуску автомобилей Skoda Yeti и Skoda Fabia. Презентации производства.